Ты что здесь делаешь? Где Настя? Настя! Где Настя? Я что? Должен перед тобой отчитываться, неудачник? Она была совсем другой. Пока ты не появился, это ты сделал ее несчастной. Да, но подонком-то она считает тебя. Где она? Что ты с ней сделал? Я? Я звоню целый день, телефон не отвечает. Я ищу ее целый день. Ясно. Послушай, ты стал много на себя брать. Если тебя еще раз не увижу, у тебя будут большие проблемы. Проблемы? Одной больше, одной меньше. Ты хочешь напугать меня проблемами? Да вся моя жизнь – это одна сплошная проблема. Придурок. О, Вероник, доброе утро. Доброе. Как чувствуешь себя? Так. Знаешь, мне на работу пора. Угу. Но пока я здесь, могу приготовить чай, кофе, сок. Спасибо тебе. Такой милый, заботливый. Спасибо. Ты давай поменьше ходи. Угу. Отдыхай сегодня. Хорошо. Ну все, я. Приглашение, приглашаем вас. Торжество по случаю нашего бракосочетания. Вероника и Андрей. Что это? Что это, Вероника? Что это, Вероника? Что это, Вероника? В банке, когда возьмешь деньги, отдашь их сразу мне. Сумма хорошо. Большая, а, но все-таки у меня будет надежно. Хорошо. Книжку взяла? Да, конечно. Так, вот еще что. Эдик, здравствуй. Доброе утро, мама. Доброе утро. А вот ты не верила, а мы разыскали. Познакомься, пожалуйста. Это жена Эдуарда. Эдик, а что такое? Почему эта женщина позволяет себе так тебя называть? А я вам не эта женщина. Я вам его жена. А, понятно? Мама, мама, это правда. Нет. Ерунда какая-то. Скажи, что нет, что неправда. Скажи. Что ж ты молчишь, скотина? Да у нас страх дар речи потерял. Скажи, что это неправда. Ты что, знаешь эту женщину? Вот это я попал. В такой ситуации я готов не был. Главное, чтобы полицию не вызвали. Это же статья. Настя, а вызови-ка полицию, пусть они с ним разбираются. Девушки, мне надо полиции, давайте решим все по-любому. Я просто пойду и все. Как пойду? Куда пойду? Мама, ты что, не понимаешь? Он аферист, он хотел забрать твои деньги, укатить с ними в Тулу. Да? В Тулу? Да? Так?
Конечно, нет. Ах, ты продолжаешь врать. Хорошо, Настя, давай, вызывай наряд. Не надо наряд. Пожалуйста, не надо. Признавайся, или я вызываю полицию. Этик. Да. Я аферист. Довольна? Очень довольна, Эдик. Видишь, мам? Очень довольна. Видишь? Счастлива просто. Ну ты куда? Куда? Куда я сказала? Да, мне кажется, побегаю. Да, я тебе скажу, да, тихо, ты прическу мне испортишь. Я в булочную. Я тебе скажу. Надежда Петровна, ну успокойтесь. Да не стоит он того. Мам. Это свадебное приглашение. Я вижу, что это приглашение на свадьбу, но о какой свадьбе идет речь? Андрей, успокойся, сядь и постарайся понять, а я попробую тебе объяснить. Просто понимаешь, мы с тобой живем вместе, да? Мы не скрываем наших отношений. И люди вольны думать, что им заблагорассудно. И что? Ну, идут слухи, и что? И вот мои друзья, шутники, прислали мне целую коробку таких приглашений. Ты хочешь сказать, что это все друзья, да? Андрей, я просто хочу, чтобы ты меня не обвинял в том, в чем я не виновата. Взял тоже привычку. Я ничего специально не делаю. Но... Да, вот они так решили. Может быть, они этим пытаются нас подтолкнуть, намекают на что-то. Ты себе не представляешь, что мне приходится переживать. Ты знаешь, сколько мне журналисты присылают приглашений в свадебные салоны, каталоги со свадебными платьями? Думаешь, мне это нравится? Мне приятно? Подожди. Все ждут события года. Свадьба. Подожди, Вероника, мы же не давали никакого повода. Знаешь что, Андрей? Я не знаю, как у вас там в Париже, а у нас, если люди живут вместе и уж, извини, спят в одной постели, этого вполне достаточно для повода. В приличных семьях родители начинают думать о свадьбе. Да. Родители, конечно. Твои родители, они же умерли. Вероник. Попей, мамуль. Спасибо. Настенька, ты мне прости, пожалуйста. Мне так неудобно, так стыдно, что... Извини, пожалуйста. Да хорошо, хорошо, Надежда Петровна. Угу. Да надо радоваться, что мы этого негодяя на чистую воду вывели, пока он у вас все деньги не забрал. Ну, извините, хорошо, я пойду. Не провожай. Ой, дура, я дура, ой, я такая дура. Аня, это же надо было всю жизнь прожить, у меня на жить бы уже. Мамочка, ну, мамуль, ну не вини себя, но ты просто хорошо думаешь о людях, ты им доверяешь. И, между прочим, это правильно, просто люди разные бывают. Да, и потом, сама знаешь, любовь зла. Ага, да. Вот ты же меня предупреждала, я тебя не слушала, я просто тебе не верила. Ты понимаешь, он как-то меня приворожил. Так, хоть и знакомы были всего ничего. Мам, ну бывает такое. Ну, вот и у меня недавно было. Я подобное пережила. Ой, Анечка, что же делать-то? Может, у нас какое-то семейное проклятие лежит, Аня? Может быть. Боже мой, что же делать-то, боже мой, Аня? Я думаю, что, мам, и на нашей улице будет праздник. Вот ты веришь, да? А я уже нет. А я нет. И я нет. Вероника. Зачем ты так?
Я вчера встретила папиного лучшего друга. Когда родителей не стало, он стал нам с Денисом как родной. Вырастил нас. И он, знаешь, улыбается. Радуется за меня, спрашивает о свадьбе. Я даже не знаю, что ответить. Что жених не торопится мне делать предложение. Знаешь, Андрей, ты если хочешь идти, ты уходи. Дверь открыта. Я сильный человек, я не такое переживу. Вероника, ну что ты такое говоришь? Ну перестань. Я же не знал, что друзья воспринимают нас как жениха и невесту. Ты сейчас все объяснила, я понял. А что ты понял? Что я понял? Что? А что? Ну, я понял то, что нужно внести ясность, иначе... Иначе мне будет стыдно смотреть людям в глаза. Ну да. И что? Ну что? Что-что? Ну, что? Что? То? Ну, то, что. Ну и что в таких случаях делают в России? В России обычно в этих случаях объявляют о помолвке. Значит, ты приходишь и уходишь, когда захочешь, а я должна перед тобой оправдываться? Могла просто не отключать мобильный? Не хотела ни с кем разговаривать. А я волновался. Не стоило того. Я теперь начинаю новую жизнь. Я буду сама строить свою карьеру. Я устала от твоих капризов. Ты можешь приходить, когда захочешь, но не всегда ты сможешь застать меня дома. Ты хотел свободных отношений? Получи их. Что-то новенькое. Не перестаешь меня удивлять. Ну, к сожалению, ты, как всегда, предсказуем. И если у тебя все, я очень устала, хочу спать и хочу остаться одна. Пока. Пока. Андрюх, привет. Привет. Прости, понимаю, что злоупотребляю, но не выручишь. Еще разочек. Давай. Спасибо, брат. Прям очень надо. Тем более, что мы с Тёмкой уже нашли общий язык. Да, Тём? Ну, вот и слава держи. Богу. Давайте, я скоро. Ты чего такой кислый? Да. Что, опять Шилова? Что-то в этом роде. Слава богу, с ней все в порядке. Аня, что случилось? Ты исчезла на полтора дня. Я переживал, звонил тебе. Ну, я же тебе ответила, что у меня важное дело. Ты не ответила, ты ушла от ответа. И вообще ты перестала отвечать на мои звонки. Ну, потому что начал на меня кричать. А я тебе говорила, что уеду на сутки. Уеду куда? И с кем? По определенным обстоятельствам я вынуждена держать эту поездку в тайне. Ну, скажем так, маме помогала. Да, так я тебе и поверил. Ты явно от меня что-то скрываешь. А с близкими людьми так себя не ведут. Ладно. Я тебе все расскажу, только пообещай, что это останется между нами. Конечно.
трубку. Надя, Надя. Надюша, Надюша, возьми трубку. Господи, Господи, я с ума сойду. Надя, Надя. Вы его знаете? Возьми трубку, Надя. Я не знаю. Ну. Надя! Надежда! Ну чего вы кричите? Надюша! Надежда! Мужчина! Я вас спрашиваю! Надюш! Я к вам обращаюсь, вы меня слышите? Кого вам надо-то? Я к Надежде Петровне, вот к Москвиной, вы ее знаете? Ну, знаем. Дочка Нянечка и сын Вовка. Да, 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 да. Вы скажите, она сегодня куда-нибудь из дома выходила? Выходила. И не одна выходила, а с этим самого, как имя у него такое необычное. Эдвард. Эдвард. Ну, Эдуард. Точно, да. Эдуард. Это точно. И куда же они пошли? Никуда не пошли. Никуда не пошли? Нет, не пошли. Вышли, опять зашли. Вот да. Так, точно. Да, да, да. А если дверь не открывается, стучить, пошли, нечего разговаривать. Пошли. Входит. Подождите, пошли. Может, вы мне поможете, бабушке? Ну, вдруг что-то случилось. Вот, все складывается таким образом, что я с Вероникой теперь жених и невеста. Обалдеть. Ну, дает. Она просто переплюнула саму себя. Вот такие, как они, до свадьбы розовые и пушистые, а потом схватят за горло и вздохнуть не дадут. Да. Да. Слушай, ну тут один выход, надо бежать. Не отвечаешь на телефонные звонки, уезжаешь из города. Нет, Сереж, бегством эту проблему не решишь. Почему я всегда так делаю? Ну, я так не могу. Мне нужно ей все сказать в глаза. Вот приду и скажу ей все, что о ней думаю. Вот приду и скажу ей. Так скажи. Все. Ну, так я не знаю, когда это сделать. Не сразу же после того, как она объявила о помолвке. А когда? Когда? Смотри, доиграешься ты со своей порядочностью. И будем мы с Тёмкой пить у тебя на свадьбе. И напьемся с горя. Да. Ну вот. Теперь ты все знаешь. Да. Что, мир? Ну, конечно, мир. Я и не хотел с тобой ссориться, просто очень нервничал. Ладно, мне пора в офис, у меня очень много работы, но вечером мы с тобой увидимся, хорошо? Аня, Ань. Привет. Тут Серега Тёмку опять притащил. Поможешь? Конечно. Добрый день. Добрый день. Мне кажется, что мы с тобой уже все выяснили. Что значит выяснить? Не надо валять дурака. Потому что я не понимаю, зачем ты здесь с этим ребенком трешься вокруг Ани все время. Тебе одной мало? Слушай, Морозов, ты чего добиваешься-то? Я вижу, у вас ко мне какие-то претензии. Может, пойдем поговорим с глазу на глаз? Ну что, не предам вам. Вы себе просто не представляете, что со мной было, когда он начал доставать эти приглашения из ящика. Все, я думала, конец. Ну, в итоге все же закончилось хорошо. Ну, да. Ну, и тебя можно поздравить. Меня всегда восхищало твое умение добиваться поставленной цели. И меня. Ладно, ладно, это у нас семейное, вы же знаете. Но расслабляться рано. Дело в том, что Морозов был не в восторге от идеи помолвки. Так что нужно закреплять успех, пока не поздно. А для этого необходимо, чтобы как можно больше людей об этой помолвке узнало. И я считаю, что презентация Имуну как нельзя лучше подходит для этого. М? Угу. Ань, подержи, пожалуйста. Нет, не держи. Что значит? Она больше не твоя секретарша. Ты понял? И насколько мне известно, никакие отношения вас больше не связывают. А вы что, Анна, что ли? Я вообще не с вами разговариваю. А я с тобой. Ань, подержи, пожалуйста. Нет, не держи. Тихо, что происходит? Нет, вы с ума сошли, что ли? Говорят, давай. Ну, давай. Делайте. Прекратите немедленно. Скажи мне, что тут сейчас. А ну, прекратите. Ну-ка, идите отсюда. Оба. Извини, пожалуйста, Аня, я не знаю, что нашло, но он взбесился просто. Я хотел, чтобы ты мне с Артемом помогла. Ну, раз так, я сам справлюсь. Извините. Давай! Парни франце отсюда! Так, ты тоже торопился? В смысле? Так мы же собирались с тобой это, ну... А...
Ань, до вечера. Да слушай, у меня мучают самые нехорошие предчувствия. Что привет. Такое? Привет, привет. Ты понимаешь, началось с того, что Наденька, в смысле, Надежда Петровна сегодня на работу не вышла. Она на нее это не похоже. Конечно. Она ведь даже если на полчаса опаздывала, она всегда звонила, а тут даже не перезвонила. Да? Я ей давай звонить, она не отвечает. Я пришел сюда, она дверь не открывает. Так может, чего? Ее дома нет? А может, там никого нет? Да тут бабули стояли, они говорят, что она из дома никуда не выходила. А, ну есть бабули, которые здесь обычно стоят, им надо верить, да. Слушайте, а может, они там такуют? Ну, когда глухарь такует, он ничего не слышит. Ай, ты, так, а что, Кеша, я сказал? Ты кричать пытался? Пытался, бесполезно. Да. Кеша, может, вызвать полицию или МЧС? Не надо, ни полицию, ни МЧС, сами разберемся. За мной. Ну что, вскрывать будем? Анна, записывай, у меня к тебе масса поручений. Итак, первое. Пошарь по сайтам бутиков и найди какое-нибудь красивое, модное вечернее платье размера Ивановой. Отправь ей это все домой, вместе с этим бутылку хорошего вина, какие-нибудь последние духи, и все это с курьером к ней отправь, хорошо? Да. Ну, это немного романтики. Дальше, самое главное. Обязательно надо не забыть распечатать варианты концепции развития фирмы. Хорошо. Я могу составить краткий вариант. Это было бы замечательно. Плюс надо обзвонить всех VIP-гостей по презентации Имуна. И на следующую неделю те встречи, которые мы планировали с заказчиками, распиши, пожалуйста, когда, какая будет. Конечно. Все. За работу. А у сестренки с Морозовым все продвигается еще быстрее, чем я думал. Пора готовить подарок к свадьбе. Надя, что случилось? Надя! Надя! Надя, скорую вызывайте! Сейчас. Пустой. Что ж ты наделала-то, а? Надя, Надя! Надя! Наденька, очнись! Надя! Алло! Надя! Скорая! Надя! Скорая! Надя! Что случилось? А ты чего не открывала-то? Здравствуйте. Это вам. Получите и распишитесь. Ну что это? Это подарки от господина Шилова. Там есть записка. С любовью и извинениями. Что ж... Извините, а вы не могли бы расписаться? Так я уже расписалась. Ну, просто эту квитанцию я должен сдать. А этот журнал останется со мной. Я ваш поклонник. То есть вы хотите взять у меня автограф? Да. Знаете, вы первый, кто хочет взять у меня автограф. Вы шутите. Как вас зовут? Иван. Спасибо вам большое. Удачи вам, Иван. До свидания. До свидания.
мои любимые духи. Интересно, как он узнал? Это же надо было догадаться, выломать дверь. Мы же волновались, ты не открывала, на телефон не отвечала. Ну, у меня ключи забрала. Видишь, что из этого может получиться? А что, человек не может уже заснуть? Ну, это как, в разгар рабочего дня? Да к тому же еще наглотавшись таблеток. А что ты наглотавшись, интересно знать? Я, между прочим, только одну выпила. Я их часто принимаю, когда я не могу заснуть. Вот и они закончились. Хорошо, еще скорую помощь не успели вызвать. А это очень зря. Очень зря. Как было бы хорошо вас всех четверых в дурдом отправить? Слушай, ну мы же хотели как лучше, ну. Знаете что? Как хотите, дверь восстанавливать будете за свой счет, понятно? Понял, Кеша. Ты знаешь, ты лучше расскажи нам, а вот где твой Эдуард, а? Мы-то через что, мы сразу здесь. А его что-то я не вижу. Эдик, Эдик. Да, где он? А Эдика нет. И больше не будет. А, мужики. Че, радуюсь? Ну так ты что, решила остаться с Шиловым? Да. Ты знаешь, мне кажется, он стал меняться в лучшую сторону. Стал более нежный, внимательный. Прислал ко мне курьера с горой подарков. Ты понимаешь, что это не просто так карточку кредитную дать и типа иди покупай, что хочешь. А надо выбирать, вспоминать, что любит. Платье мне подобрал. Мой размер, мой цвет. А духи, так я вообще была в шоке. Это самый мой любимый запах. Я не знаю, я ему ничего такого не говорила. Откуда он узнал? Мне кажется, что это ты ему подсказал. Ну, в общем, я не хотела тебе говорить, но знаешь что? Это действительно я все выбирала. И курьера я отправляла, и записку от имени Шилова я написала. Зачем? Ну, потому что он сказал, я сделала. Он же мой начальник, я его помощница. Блин. А я-то размечталась, дура. И часто он такие подарочки заказывает. Бывает. Вот сволочь. Ненавижу его. А я еще тебе не верила. Давно бы его бросила, если бы от этого моя карьера не сломалась. Знаешь, меня автограф первый раз попросили. Очень приятно. Поздравляю. Спасибо. Ладно, мне пора бежать. У меня съемка через полчаса начинается. Спасибо тебе огромное за подарки, подруга. Ну, счастливо. Счастливо. Васик, я так давно с тобой мечтаю не поверишь. И наконец-таки все срослось. И отпуска наши совпали, и деньги есть. Ну, не знаю, Жень, но все-таки дороговато. Вот вечно она так. Неужели опять все сорвется, а? А я-то уже размечтался. Ну, разве можно от такого отказываться? Ну, ты только представь себе. Стоим с тобой на Эйфелевой башне. Смотри вниз. Внизу Лувр. Елисейские поля. Пляц Бегаль. И все в ночных огнях. Слышится французская речь. Отовсюду льется музыка. Мы собственными глазами увидим то, о чем мечтали всю жизнь. Понимаешь ты? Давай выпьем. Ну вот, еще один аферист. Да только ничего у него не выйдет. Веня!
Ты понимаешь, что ему надо сенсация? Морозов ничего путного из него не сделает. Надо немедленно забирать. Немедленно. Мы сможем его тогда быстро, выгодно продать. Так что думай в этом направлении. А что тут думать? Надо перевести ему из научного департамента в коммерческий. И все. Так, Морозов, тебе и разрешит это сделать. Хотя погоди. У нас же есть тайное оружие. Ты знаешь, какое? Какое? Анна Беляева. Ну, она не только его уговорит ему нам отдать, да и фирму всю, и останется на бабах. Действуйте. Вам не стыдно? А в чем дело? Вы, наверное, ошиблись? Если бы. Знакомый почерк. Сначала он соблазнит вас сказками о романтическом путешествии, затем выманит денежки, а потом с ними сбежит. Разве не так? Абсолютно не так. Ну, соблазнил меня он уже 15 лет назад. Бежать никуда не собирается. Или я что-нибудь не знаю, дорогой? Я вообще не понимаю, что происходит. Вы что, женаты, да? Ну да, я же сказала, 15 лет. 15 лет. Собираемся съездить в Париж. И вот предоставилась реальная возможность. А Любасик что-то засомневалась. Просто это была мечта, а теперь я боюсь разочароваться. Простите, я просто ошиблась. Ну, обозналась, перепутала. Это, извините, что испортила вам настроение. Ничего страшного, с кем мне не случается. Ну, раз я все-таки вмешалась, то позвольте я поддержу вашего мужа. Если у вас мечта всей жизни посетить Париж, то пусть она исполнится. Спасибо. Спасибо за поддержку. Ну, в общем, это, извините, удачи. Спасибо. Я, что называется, докатилась. После интриг афериста мне везде мерещится обман и интриги. Так нельзя. Мерзавцев, конечно, хватает, но это не значит, что нужно относиться с недоверием ко всем вокруг. Добрый вечер. Не помешал? Дядя Глебович, здравствуйте. Я посоветоваться пришел. Я знаю об этой дурацкой истории с Эдуардом. Хотел с Наденькой как-нибудь помочь, только я не знаю, как. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете, а? Хотя, я, кажется, знаю, как можно поднять маме настроение. Да. Ну, чего ты разорался? Тетя Аня все равно сегодня, похоже, не придет. Так что кричи, не кричи, все бесполезно. Перестань, Артем, ну хватит, ну лежи нормально. Папашка твой еще куда-то запропастился. Артем, ну перестань, ну хватит, ну все, ну успокойся. Ну хочешь, я покачаю тебя, хочешь? Да, похоже, без Аниной помощи тут не обойтись. Спасибо за совет. Попробую сделать так, как ты сказала. Надеюсь, это поможет. Удачи. Спасибо.
помоги, пожалуйста. Я не знаю, что с ним такое. Он лежал, лежал, было все нормально. И вдруг как заорет. Кажется, надо вызвать врача. Артем, Артем, Артем. Опять ты. Мог бы не звонить. Дверь все равно сломана. Заходите, кто хотите. Я договорился с Малкиным. Завтра обещал починить. Ну, спасибо на этом. Все? Ну, честно говоря, не все. Наденька, ты прости, может быть, я сейчас, конечно, не вовремя, но... Вот. Я 2 месяца назад отправлял в журнал твою статью. Вот опубликовали там, где закладка. Спасибо. Кеша, Иннокентий Георгиевич, ты, ну, спасибо большое. Это еще не все. Я запатентовал наш иммун под названием «Надежда» в честь разработчика. Ух ты! Это от радости. Ты прости меня, пожалуйста. Ты такой хороший, а я вела себя. Ну, прости, пожалуйста, если сможешь. Все, да. Давай не будем об этом. Вот. И это еще не все. Я подумал, что ты давно не виделась со своими друзьями. И они ничего не знают о твоих последних успехах в области науки. Да, давно, очень давно. И вот я... Прости. Что? Девчонки, заходите. Ну вот, ничего страшного. Зубик режется. Конечно, понятно, что это больно, но реальной угрозы для малыша это не представляет. Так что оставляю вам лекарство. Угу. Если что, ну, дадите еще разок. Угу. Хорошо. Спасибо. Спасибо, всегда, пожалуйста. Только позвольте вам дать совет один, молодые люди. Я, конечно, все понимаю. У нас сегодня главное – это карьера, успех. Но я все-таки не рекомендую вам брать ребенка с собой на работу. Договорились? Всего доброго. Хорошо, спасибо. Ань, спасибо тебе большое. Один бы я не справился. А ты прям так сориентировалась. Молодец. Да я просто вызвала врача. Ага, просто. А ты видела, как он на нас смотрел? Он же принял нас за настоящих родителей, Тёма. Да. Да. Если бы он знал, как все на самом деле обстоит. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, я буду тебе женой. Кеша, Кеша, да, я хочу сказать тебе большое спасибо за все, что ты сделал для меня, за твою чуткость, да, за твое внимание ко мне. Спасибо большое. И ты очень великодушный человек. Да. Ты очень щедрый человек. За это тебе тоже спасибо. За все. Тебя благодарю. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю.
была к тебе несправедлива. Я была категорически несправедлива. А так нельзя. Так нельзя. Ну, я раскаиваюсь. Я очень рассчитываю на то, что ты простишь меня. Ведь у тебя большое доброе сердце. А я раскаялась. Что, человек слаб. Ему свойственно ошибаться. Я ошибусь, а ты меня простишь. Будь здоров. Спасибо. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Милая моя, взял бы я тебя. Но там, в краю далеком, есть у меня сестра. Вот, а еще одна девушка в интернете написала, что она начала готовиться к свадьбе, а жениху ничего не сказала. Ну вот, теперь жених узнал. И она жутко волнуется, что он ее бросит. Надо же, как похоже на... Ну, так бывает. Да, в жизни так бывает. Да. Нарочно такое не придумаешь. А сегодня Тимофей сказал такую вещь, что как будто я с двумя девушками. Ну, на самом деле это не так. Да. А как на самом деле? Ты хоть сам понимаешь? Да, я понимаю. Я понимаю, что я запутался. Но я знаю одно точно. Когда ты рядом, весь мир перестает существовать. Существуешь только ты. Андрей? Вероника, мне очень жаль. Хм? Жаль чего? Меня или то, что я вам помешала? Вот только не надо устраивать сцен. А? Может, мне еще извиниться, что я вас прервала? Пожалуйста, не надо кричать, вы разбудите Артема. Ребеночку придется потерпеть. Если он сейчас разойдется, то мы его уже не успокоим. Можно подумать. Мать Тереза. А как с чужими мужиками целоваться, это нормально, да? Значит так, Артем побудет со мной. Аня, подожди. Вам надо поговорить. Была.